Сука, да кто там стучит, блядь? Не смотри на меня так, ты меня пугаешь. Ладно, не буду. А вообще я по делу пришел. По какому, блядь, делу? Ну, я по дельному делу, я по делу, да. Короче, куда ты дел эту херь? Ты про ту херь, которая четырехухая? Да, блядь! Ну ладно, короче, она находится за той дверью. Ну и какого хрена она не открывает? Чел, оно тебе и не откроет. Тогда как нам ее оттуда выкурить? Есть тут у меня одна идея. Чё этот придурок тут задумал? Не догоняю. Блять, он что, обкуренный? Вполне возможно. Так, значит, смотрите, показываю один раз. Блять, ты шо, конченый? Оно же тебя сожрет. Ой, да забей, все нормально будет. Сука, да хули ты падаешь? Да за шо? Решил, блин, помочь этому придурку на свою бошку. Блять, какого хрена на меня эта мразота пялится? Шо ей нужно вообще? А ведь главное стоит, смотрит, не проверяет свой роутер драгоценный. Шо ты хочешь? Верни сотку, плиз. Ну ладно. Жизнь боль. Эй, чел, что ты хочешь? Гов-карты. А кто проиграет, того скормим той к четырехухой мразоте. Ну ладно. Ура! Ладно. Ну вообще я не хочу никого жрать. Но вообще твое мнение не учитывается, так что ты... Заткни свой рот! Да за шо? Ну ладно. Бля, кто там звонит? Почему у нас вообще телефон из Советского Союза, блин? Что за трешак у нас тут происходит? Ладно, я возьму трубку. Кто? Блять, гном рептилоид недоделанный, это чё, ты? Ну типа... Ладно, окей, вы сколько этих мразей поймали-то? Ну пока только две. Блять, да вы уже две недели там вчетвером сидите и нифига не сделали. А как же те две чавырлы? Да это мало, у нас, блин, население страдает. Тысяча живых существ на такой кусок земли, это очень мало. Ну ладно, я дам вам одну штуку. Так, фантастически убогая четверка, общий сбор, блин. Короче, нам дали какую-то дичь. Она должна нам помочь отслеживать этих мразей. Как оно работает, я хз. Но мы ведь узнаем. Ну, может быть.